До начала лета и школьных каникул осталось всего 2 недели. Места отдыха примут мальчишек и девчонок уже 1 июня. В этом году 543 лагеря разного типа готовы принять ребят со всех уголков области. Для детей младшего школьного возраста подойдут лагеря с дневным пребыванием или пришкольные. Их в регионе большинство – 410. В этом лагере большей части отдыхают ребята младшего школьного возраста, а это ребята, которые требуют до особого присмотра за ними. И в то время, когда родители на работе, конечно, им безопаснее, когда ребенок находится непосредственно в лагере, он не просто там пребывает, пусть в тех же стенах, но и получает и развитие, и образование, и в то же время еще и какие-то условия для вот такого полноценного отдыха и оздоровления ребенка. Чтобы юные ульяновцы чувствовали себя на отдыхе как дома, взрослые доделывают последние штрихи. Заканчивают ремонт в лагерях, формируют список поставщиков питания и устанавливают спасательные посты в местах для купания. Удивят ребятню и новой материально-технической базой. Например, в лагере «Волжанка» появится универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием. В этом году на территории лагеря строится спелеокамера для проведения еще и лечебных процедур. В этом же году будет построен веревочный парк «Адреналин», который тоже будет использован в рамках реализации программы по содержанию детского лагеря. База санатория «Белый Яр» в этом сезоне отдана под детский отдых. К приезду детей здесь подготовились основательно. Отремонтировали летние домики, благоустроили территорию и приобрели новую мебель. Приемка лагерей начнется уже с 20 мая. Учреждение проверит на соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям антитеррористической защищенности. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.